конструирования электронных средств. Тема. Модели ЭС в задачах проектирования конструкций. Содержание. Пункт 1. Разработка модели. Ключевой этап инженерного проектирования. Пункт 2. Основа моделирования конструкций и технологических процессов производства ЭС. Пункт 3. Математическое моделирование физических процессов ЭС. Пункт 4. Моделирование размерных цепей. Моделирование – это исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей. Моделирование – это одна из основных категорий теории познания. На идее моделирования базируется любой метод научного исследования, как теоретический, так и экспериментальный. Любое явление можно считать понятным, когда, во-первых, найдено его математическое описание, то есть то, что мы называем математической моделью, а во-вторых, эта математическая модель исследована, то есть найдено решение уравнений. Модель выражает количественные и качественные закономерности, свойственные рассматриваемым процессам или устройствам. Как видно на слайде, прототип – это Земля, а модель Земли – это глобус. Модель – это идеализация. Она никогда не может быть точной копией объекта исследования, но между ними должны быть соблюдены некоторые соотношения подобия, которые гарантировали бы возможность использования сведений, полученных в результате моделирования для оценки свойств реального объекта, то есть оригинала. Модель выражает количественные и качественные закономерности, свойственные рассматриваемым процессам или устройствам. В общем случае, исходные данные для проектирования конструкции, а значит и для построения ее модели, включают такие основные компоненты, как условия функционирования системы или явления ограничения на структуру и параметры системы, совокупность показателей качества некоторых параметров системы, определяющих ее качество и варьируемых в процессе проектирования. Также ограничения на показатели качества, определяемые возможностями реализации системы. Система, которая удовлетворяет всей совокупности условий и ограничений на параметры структуру, называется допустимой. Допустимая система, которая удовлетворяет ограничениям на показатель качества, называется строго допустимой. Таким образом, задачей проектирования является создание строго допустимой системы, обладающей наилучшей по заранее выбранному критерию совокупностью значений и показателей качества. Такая система может быть названа оптимальной. Чтобы получить такую систему, необходимо найти экстремальные значения показателей качества. Их зависимость от параметров системы носит название целевой функции. В целом, совокупность целевых функций и ограничений представляет математическую формулировку задачи проектирования систем или явлений, то есть является математической моделью объекта исследования. Математическая модель может быть названа универсальным инструментом проектирования и использована в инженерном проектировании. На рисунке 1 представлены этапы построения модели. В проектировании используют следующие виды модели. Первый вид – графические и описательные. Это схемы, графики, которые иллюстрируют процессы, происходящие в устройствах, описание алгоритмов и так далее. Представлены на рисунке 2. Физические. Они полностью повторяют объект исследования и могут быть масштабными, повторяющими в определенном масштабе форму объекта, представленные на рисунке 3. Также математические – это наиболее совершенные модели, представленные на рисунке 4. Математические модели могут быть динамическими и статическими, то есть стационарными. Кроме того, интерполяционными, то есть частными, и экстраполяционными, то есть обобщенными. К интерполяционным обычно относят эмпирические модели, а к экстраполяционным – аналитические модели. Для исследования математической модели может быть использован весь аппарат современной математики. При решении математических моделей могут применяться как аналитические методы, так и численные. Аналитические методы дают решение в общем виде, что очень существенно при больших вариациях исходных данных. Однако их целесообразно применять лишь в случаях простых зависимостей. Численные методы, основанные на использовании компьютера, обеспечивают решение уравнений высших порядков и с большим числом переменных, но выдают решение только при конкретных исходных данных. Рассмотрим процесс автоматизированного проектирования ЭС с точки зрения использования в нем различного рода моделей. На рисунке 5 показано, что исходные данные на проектирование ЭС содержатся в техническом задании, и от него осуществляется переход непосредственно к проекту ЭС. Вначале, как уже упоминалось выше, проект предстает как мысленный образ будущей схемы и конструкции ЭС, который фиксируется в виде эскизных схем и чертежей. Впоследствии этот образ многократно уточняется по мере разработки схем и чертежей на стадиях технического и рабочего проектирования. При этом
Несколько раз циклически реализуется замкнутая цепь переходов от одной модели к другой, как показано на рисунке 5. Переход в очередном цикле от проекта ES к физическим моделям процессов, протекающих в схемах и конструкциях, заключается в формализации последних, то есть структура схемы и конструкции приводится к типовому виду, предусматривающего определенный набор элементов с идеализированными свойствами. Рядом мелких деталей и локальных процессов пренебрегают, но при этом учитываются требования технического задания на проектировании с точки зрения отражения физической модели тех особенностей протекания процессов, по которым оценивается разрабатываемая аппаратура. Первый пример. При переходе к физической модели электрического процесса, протекающего в схеме ES, структура каждого его радиоэлемента, то есть резистора, транзистора, микросхемы, формализуется, то есть графически изображается геометрия, в которую внесена некоторая идеализация. В рамках данной геометрии рассматривается протекание электрического процесса. Паразитные связи, носимые конструкцией, отражают физические модели с помощью условных обозначений идеальных РЭ. Это дает возможность применять впоследствии для математического описания физических моделей и схем канонические формулы и уравнения для элементов или типовые формы графов для них. При построении физических моделей электрических процессов, протекающих в схемах ES, с позиции системного подхода решаются вопросы о необходимости учета тех или иных паразитных явлений влияния конструкции, о видах применяемых моделей РЭ, о характере учета воздействия внешних факторов. Второй пример. Печатная плата с расположенными на ней РЭ при исследовании на механические воздействия формализуется в виде тонкой ортотропной пластины с сосредоточенными на ней массами РЭ, контуры которых идеализируются прямоугольниками, вписанными в нанесенную на чертеж платы сетку. Идеализируется также свойство материала платы, а именно принимается гипотеза его однородности вдоль сторон платы. Не учитываются расположенные на плате печатные проводники и отверстия, в которых впаяны ножки РЭ. Такое представление печатного узла позволяет описать его колебания с помощью уравнения, известного из теории упругости для тонких пластин. В результате формализации получаются физические модели, которые изображаются в условных обозначениях и соответствующих терминах. Электрические модели в терминах электроники и радиотехники, механические модели механики, тепловые модели теории тепла, масса обмена и т.д. В принципе, физические модели ES можно изготовить в виде макетов. Однако автоматизация проектирования с помощью компьютера сделала макетирование практически ненужным, поскольку математическое моделирование позволяет более полно и с меньшей трудоемкостью провести системный анализ комплекса физических процессов ES. Переход от физических моделей к математическим осуществляется путем математического описания физических элементов и их соединений с помощью известных законов Ома, Киргофа, Фурье, Гука. Поэтому данный переход от заданной физической модели может выполняться автоматически по типовым алгоритмам. Рассмотренные принципы классификации расчетных математических моделей ES позволили выделить аналитические, структурные, топологические и морфологические виды моделей, представленные на рисунке 6. Указаны также возможные формы представления расчетных моделей каждого вида. Принципы исследования параметрической чувствительности ES предъявляют различные требования к исходным расчетным моделям. Простота связи выходной характеристики с параметрами в одних случаях, возможность получения определенных промежуточных переменных в других, необходимость обособленного выделения рассматриваемых параметров в третьих и наличие свойств взаимности модели в четвертых. С учетом этих требований возникает необходимость не только унифицировать формализированное представление известных форм математических моделей, разнородных по физической природе процессов, но и применить новые виды формы модели этих процессов с использованием теории графов. Понятие аналитической модели можно трактовать как буквенное представление операторного описания любого физического процесса ES средствами математического анализа и алгебры. Формы буквенных выражений могут быть разнообразны, однако целесообразно выделить типовые формы, охватывающие большинство практических случаев с тем, чтобы для них можно было подобрать наиболее эффективные методы и на компьютере алгоритмы исследования параметрической чувствительности выходных характеристик физических процессов и решить проектные задачи. Это позволит при конструировании ES любому инженеру средней квалификации привести модель к типовой форме и воспользоваться готовыми инструктивными материалами и программами для компьютера с целью проведения соответствующих исследований и расчетов. В отдельных нетиповых случаях представление математических моделей аппаратуры всегда можно остановиться на универсальных, правда не всегда по трудоемкости эффективных методов вариаций и планированных экспериментов.
Рассмотрим типовые, часто встречающиеся на практике формы аналитических расчетных моделей S. Наиболее общая форма аналитической расчетной модели – нелинейный вектор функции, которая может быть явной функциональной зависимостью или неявной функциональной зависимостью. Следовательно, примером аналитической модели может служить любая формула, связывающая выходные характеристики S с ее внутренними параметрами. Неявная функциональная зависимость в качестве аналитической расчетной модели также часто используется при конструировании S. Например, подобные модели часто составляются на основе уравнений тепловых балансов для анализа тепловых режимов ES. Аналитические модели играют большую роль при сочетании автоматизированных и неавтоматизированных методов конструирования, включая полунатурные испытания. Однако такие модели не отражают общую структуру построения конструкции, поэтому их часто строят совместно с другими видами математических моделей. При проектировании процесса сборки или механической обработки узлов деталей на практике широко используется теория разменных цепей. Метод расчета разменных цепей позволяет обеспечить размерную взаимозаменяемость. Размерной цепью называется замкнутая цепь взаимосвязанных размеров, относящихся к одной или нескольким деталям и координирующих относительное положение поверхностей или осей этих деталей. Любая размерная цепь может быть представлена в виде ориентированного графа, в котором вершинами будут поверхности, линии и точки, соединяемые размерами, а ребрами, дугами, эти размеры. Самая простая размерная цепь состоит из трех звеньев, что представляет замкнутый контур, изображенный на рисунке 7. Графом G такой цепи будет ориентированный одноконтурный граф, изображенный на рисунке 8. Направление ребер графа соответствует направлению размеров по размерной оси. Если в таком графе удалить одно из ребер, соответствующее замыкающему звену размерной цепи, то получим дерево L, графа G, изображенного на рисунке 9. Удаленное ребро X называется хордой дерева L. Для того, чтобы составить уравнение размерной цепи для замыкающего звена X, нужно найти основной контур, то есть F-контур, образованный хордой и единственным путем в дереве L графа G. Причем следует иметь в виду, что на направление обхода контура определяется направлением хорды. При этом для ветви дерева, не совпадающих с направлением обхода, значения размеров войдут в уравнение размерной цепи с отрицательным знаком, а для тех, которые совпадают с направлением обхода, с положительным. Для графа, представленного на рисунке 8, уравнение размерной цепи в неявной форме имеет вид x минус L1 плюс L2 равно 0, или x равно L1 минус L2. В общем виде расчет одной размерной цепи на максимум-минимум можно представить в виде, как x равно разность двух сумм. Существует два основных метода расчета размерных цепей – вероятностный метод и метод максимум-минимум. Первый метод имеет высокую точность, но требует громоздких вычислений. Чаще для ориентировочной оценки точности замыкающего звена размерной цепи используют более простой метод – метод максимум-минимум. Размерные цепи, описывающие детали или узел, могут представлять собой систему цепей. Рассмотрим узел, представленный на рисунке 10, с операционными припусками, снимаемыми на различных этапах механической обработки. С допусками на чертеже нанесены заданные по чертежу размеры, а остальные операционные линейные размеры, в порядке их получения при обработке. Задавая положительное направление на оси размеров, систему размерных цепей, изображенную на рисунке 10, можно представить как ориентированный граф, в котором направление ребер соответствует направлению размеров по размерной оси. Свойства графа, изображенного на рисунке 11. Первое свойство. Он всегда связанный, иначе некоторые размеры детали нельзя определить. Второе свойство. Он содержит дерево L. Всякий конечный связанный граф содержит дерево, для которого хорды X, соответствующие замыкающим звена X цепи, образуют систему основных контуров, то есть F-контуров граф. Всякий ориентированный граф G можно записать с помощью матрицы инцидентности R, а система основных контуров с помощью матрицы основных контуров BF графа G для заданного дерева L. Размерная цепь представляет собой F-контур, ориентированный на графа G для дерева L. Контур, ориентированный на графа G, можно представить в виде контурной матрицы B. Контурная матрица, направленная на графа G с V-вершинами и E-ребрами, это матрица с конечным числом строк и числом столбцов, равным E, представленная на рисунке 12. Спасибо за внимание.